Суть программы в том, что предприятие, перерабатывающее предприятие, выделяет деньги на развитие сырьевой зоны. Эти деньги через кредитный потребительский кооператив доходят до личного подсобного хозяйства, и на эти деньги хозяйство покупает племенной скот, молочный. Оплату вот этих средств, оплата за эти средства происходит в течение 1–1,5 лет в виде молока. То есть личное подсобное хозяйство получает скот, а закупочный кооператив получает дополнительный объем молока, а кредитный кооператив получает фонд взаимопомощи дополнительные средства, а уважаемый наш переработчик молочный, в данном случае эта программа пока развивается с участием компании «Золотые луга», он расширяет свою сырьевую базу. Вот такая ситуация позволила нам в течение менее чем года на 3 района поставить около 500 голов скота, личное подсобное хозяйство и мини-фермы, увеличить по Вагайскому району, первый район этот работу начал, увеличить реализацию молока на 25%, по Упоровскому и Сецкому району на 50% реализация молока от хозяйств, участвующих в этой программе. Следующим этапом мы охватываем Викуловский и Сладковский. Предварительная работа ведется. Надеюсь, что в конце этого месяца мы уже начнем реально воплощать эти идеи. Они уже возвращаются, но пока еще животных там нет. И самое важное, знаете, я вот что бы хотел сказать. ЛБХ, как мы сформировали для себя ихнюю заинтересованность. Рабочее место становится конкурентоспособным с рабочим местом в нефтяной отрасли. Фактически мы создаем ситуацию, когда люди могут получать достойную зарплату, находясь на месте, в деревне, находясь с семьей, никуда на вахту не ехать.